Хай, всем привет, меня зовут Макс Прайм, и тема 12-летний миллионер из китайского города. Он у меня младше, еще миллионером кажется в Китае. Я в шоке, давайте почитаем про него. Я вам еще в ролике расскажу про него. В следующих роликах. Продолжение будет, если вы поставите много лайков. Вместо того, чтобы поступить в университет, 12-летний Ли Сян занялся продвижением любительского сайта. Понятное дело, спустя 10 лет в подчиненных у Ли Сяна 900 человек его портал в тройке крупнейших китайских интернет-ресурсов, посвященных IT-технологиям. Если вы не знаете, что такое IT-технологии, понятно, почему вы бедны. А если личное состояние оценивает в 200 миллионов юаней, Майк Делл создал Dell Computer Corporation. В 19 лет бросил учебу в техническом институте. Кстати, это вроде бы второй идет герой. Нет, это какой-то друг у Навражен. Старт компании Microsoft был дан, когда Билл Гейтс оставил учебу в ВУЗе. Китаец Ли Сян. То есть Microsoft он создал. Вау. Создавайте что-то, как он. Microsoft, вы можете реально жизнь знать, что такое в интернете. В реальной жизни. Вот в ракете. Глобально. Но это будет тяжело, поэтому стримы мотизонные ролики. Всякие приколюшки. Китайс Ли Сян. Microsoft был дан. Как-то Билл Гейтс оставил учебу в ВУЗе. Китайс Ли Сян. Воодушевленный их успехами, не стал слушать наставления своих родителей о том, что для учебы в жизни нужно окончить институт. Вместо этого он использовал свое свободное время, для управления которого сделал его миллионером. Подробнее. Родившийся в городе Сичэнжуан, провинция Хэйбэй, Ли Сян с детства увлекался компьютерами. Он был в курсе всех новостей индустрии высокого технологии IT. Жадно читая все специализированные журналы по данной тематике. А в 1999 году он решил сделать собственный интернет-сайт, посвященный компьютерному миру. В тренд попал, слушайте. Отрезок, отказавшись поступать в институт. Оказался замес этого журнала. Прочитал вроде. Я буду изучать то, что мне интересно, сказал он. Ли Сян пообещал родителям, что в месяц будет зарабатывать не менее 2000 юанов. Было бы интересно, сколько это у нас. 2000 юанов. Ну нормально, там, возможно, скобочку написали вроде бы. А заработал 100 тысяч диалектических интернет-сайт. С очень высоким посещением вскоре заметил рекламодатели. Поэтому постите что-то, постите, продолжайте, и вас заметит тоже рекомендатели. Я как ролики постю, возможно, меня тоже заметит, напишет мне. Там у канала зайдут. То так вот. Родители Ли
более не требовали на поступление университета. Ли Сян занялся этим делом уже серьезно. Нанял команду экспертов, зарегистрировал новый сайт pspop.com. Интересно. Росла посещаемость, а вместо с ней и финансовый юного предпринимателя поступление от рекламы удваивался каждый год. Если хочешь стать ютубером, как я, блогером, то пиши в комментариях, чтобы я создал ролик. Я уже создавал и записывал секретные темы, поэтому смотри продолжение. Кто, кстати, может мне помочь монтажером, потому что я вот снимаю, и монтировать это прям время должно занимать, поэтому если хочешь мне помочь монтажером, то я тебе могу тоже чем-то помочь, например, рекламировать. У меня, конечно, не так много денег, но если хотите, то могу вам что-то там заплатить, если вам нужны срочные деньги, вы занимаете или вы любите монтаж, хоть какие-то там нарезки, то пиши мне в комментариях. Ну, в личку пиши, да, в личку, там, в социальных сетях. Найдете, в общем-то, легче. Я во всех зарегистрировался, остается только найти меня. Буду постить и там, чтобы вы легко меня нашли. Если вы тоже ищете работу, такую хоть, какую-то любую. Или вообще-то помочь хотите. Родители, так, Ли Сян занялся этим делом, так росла посещаемость, и каждый год, понятно. В 2000 году он переехал в Пекин. Через 4 года Ли Сяну предложили продать свой интернет-проект за 100 миллионов юанов. Он спросил, как я могу продать дело всей своей жизни и отказаться. Создал сайт, потом раскручивал его и продал его с нуля. Я кому продать за копейки? Да ни за что. Да я прокачаю его, продам за миллион. Во, это будет прикольно. Или вообще-то буду давать его аренду. Это будет, наверное, слишком опасно. Надо, правда, какой-то план придумать срочно такой крутой, чтобы можно такую штуку использовать. В принципе, тоже так могу продать. Там у меня несколько каналов, в принципе. Это же другая тема, моя другая история. Еще через 5 лет он заработал на этом сайте 200 миллионов юанов. То есть не продал за 100 миллионов, а за 2,5 заработал 100 миллионов юанов. А за 5 лет заработал 500 миллионов, 200 миллионов юанов. Вок. Если ты успешный в чем-то, там, в блогере, видеоролика, инстаграм, там, сайт, то... будет больше рекомендателей. Когда ты будешь падать, ты рекламируешь, скажут, не-не-не, ты уже не популярен, типа того, мы тебе не дадим, ты заработаешь больше. Хорошая такая обычная схемка. Еще через 5 лет он заработал на этом сайте 8 миллионов своей собственной портал, миллион юанов, и при этом заберег свой собственный портал, который в данный моменте посещает 20% от всего целого аудитории. От всего целой аудитории. Я не знаю, что он нам постил, но тут пишет 20% всей аудитории. Мало? То есть раньше не было 0,001, а теперь 20. Это максимум, тут миллионер. Ну, китайцы такие богатые. Надо и Китай записать ролик. От разговаривать на китайском. От всех целевой аудитории через год на нас будет посещать 20%, а после этого можно будет уже подумать и о поступлении в университет, смеется Ли Сян. Ну уже все, он обыграл, он аудиторию, блин, забрал, и все, уже богатый. Все вот эти 7 богатств, макс, прям слева, справа, слева внизу, справа внизу. Есть такие подсказочки. Нажимаете, смотрите и ловите. Пока.